Так, всем доброе утро. Сегодня после коронавируса, ну-ка, Татоша, возобновляется наш местный чемпионат по тотоболу. Правда, к соревнованиям пока допущен один участник. Это наш Татоша. Вот он пытается напасть на судью и на оператора. Сейчас мяч будет сброшен. Вот этот мяч сброшен. Все. Началось. Это должно было начаться. Участник соревнования, участник этого матча, так говорится, в одном лице, в одной морде. Старый намордник используется в целях безопасности, чтобы мяч не пострадал, хотя этого мяча может на сегодня и не хватить. Ну, так сказать, первый пробный наш эпизодик. Вот он не отдает мяч, не отдает, пытается его прокусить. Так, мы сейчас запрещенным приемом так сделаем, отберем, все. Сегодня в Москве комфортно. Плюс 16 и пасмурно. Самое, что ни на есть. Тотобольная погода. Вот так. Вот так. Это и форвард, и голкипер. Ну, переведу на русский простой. Вратарь гоняла. Или даже не просто гонял, а загонял. Папа тоже подключился. Вот так. Сейчас мы на площадке. Немножко дури. Выпустим. И пойдем на собачью площадку, на любимую, на нашу. Так, что там, уже все? Похоже, все. Ну все, видите, как мы сделали. Намордник скинут. Теперь он... Ну, прощай, мячик, да, Татош? Мячик, прощай. Папа немножко недооценил Татошу. Сейчас попытаемся выключиться и снова одеть намордник. Иначе мячика нам надолго не хватит. Так, объявляется перерыв. Технически. У нас снова включение. Опять удалось вернуть намордник на свое место законное. На вот эту морду. Мяч прокусить не успели. Не успели. Да. Жесткая сегодня будет схватка. Но... Мы не привыкли отступать. Сейчас. Давно соскучился, Татоша. По тотоболу. Надо же, мячик-то какой. Настырный. Мячик-то настырный какой, а, Татоша? Давай папа с собой поиграет. Опа. Ну так. Ну, иди из лужи. Из бывшей лужи. Фу. Что это же? Опа. Прыгает еще. Не совсем сдулся. Но это дело времени. Папа тоже уловки свои применяет. Опа. Ну ладно. В общем, вот такие папа нашел себе развлечения с утра пораньше. Сейчас уже ближе к 5 утра. И заодно это тоже.
сейчас еще немножко, и мы попьем водички холодненькой. Потому что, несмотря на то, что сейчас прохладно, все равно пить, наверное, захочет. Это чудо. Ну что, не подается мячик? Не подается мячик? А? Это ж. Ну, давай папа еще запнет. Запнет. Вот так. Оператор уже язык на плечо. Побегай-ка за этим бычарой. Но зато хоть удалось пока сохранить мячик и намордник. Все. Устали. Да, устали. Не будет папа к тебе приставать. Мы пытаемся через брешь в наморднике прокусить все-таки мячик. Это наше любимое занятие. Мячики прокусывать, разгрызать бутылки. Ну, в общем, все, как говорится, назло врагу. Ладно, оставим пока Татошу в покое и выключимся. Может быть, у нас с этой площадки еще будет включение. Еще будет включение с этой площадки. Нарисовали какую-то мишень. Скорее всего, кто-то уже здесь начал тренироваться, попадать мячиками по этим вот квадратам и треугольнику. Ну а мы что делаем? Наши попытки прокусить мячик через намордник продолжаются. Положение партер. Ну, сейчас поднялись. Сейчас, наверное, придется пробежаться. Нет, Татоша? Ну-ка, папа. Дай, папа, еще. Ни хрена. Все, мяч прижат к полу. Ладно, всем хорошего настроения. Бодренького утра понедельника. Всем пока. До новых включений. Еще раз решил включиться. Ничего особенного не произошло. Просто пробежались с Татошей через конец площадки и вернулись назад. Татоша пыхтит. Ну-ка, как ты пыхтишь? Вот так пыхтит. Но попытки порвать мячик, они тщетны, да? Поэтому нам мячика, возможно, хватит еще на один матч. Но не факт. Это тоже еще время есть. А мы на этом заканчиваем наш репортаж с футбольной площадки, наверное. Будем сейчас потихоньку выдвигаться дальше по плану экскурсии. Нам нужно сходить еще на свою любимую площадку. А, Татош, давай. Папа будет сейчас потихоньку у тебя забирать мячик. Ладно. Всем еще раз всего доброго. Папа вообще не унимается. Теперь у нас послематчевое интервью. Ну, как ваши ощущения после проведенного в жесткой борьбе с мячиком схватки? За кадром Татоша выпил почти пол-литровый термос холодной воды. Так он упарился. Вот так он выглядит без намордника и без маски. Сейчас мы еще немножко погуляем по площадке. Чуть-чуть. Наверное. Вот солнышко уже из-за туч выглядывает. Сегодня, наверное, тоже будет жарко. Сегодня будет жарко. Да-да, Татоша. Ну что, сейчас немножко отдохнем. Пару секунд, пару минут. Покупаемся в лучах восходящего солнца и пойдем. Да? Вон оно, солнышко у нас отходит. Вот такое. Татоша куда-то намылился. Там, наверное, собачка идет. Сейчас мы за забором будем смотреть, кто там есть.
кто там есть. Ну, это тоже. Давай, пойдем. Пойдем к выходу. Ладно, на этом, наверное, с этой площадки у нас на сегодня все.